Слово совсем. Александр Володин все достигал меньших успехов. Хорошо. Так. В прошлый раз я, так, чисто на всякий случай, что у меня правильное представление о том, что я закончил делать в прошлый раз. В прошлый раз мы обсудили либидо, продолжение меры, сигмодитивность и тому подобные вещи, но не начинали смотреть на сигмодитивность произведения, а то может быть, я сказал, что буду рассматривать еще и меры на произведение двух пространств с мерами, а может быть, не сказал, да? Сейчас, вообще, да. Да. Понятно. Мы хотим правильно помнить, что там будет. Да, в прошлый раз я сказал, что в этот раз я вставлю в курс немножко про основание именно с точки зрения теории меры для теории вероятности. И изучал вопрос, кто знает вообще, что такое интеграл Либедо, и получил какие-то не очень обнадеживающие результаты. Ну и определял более-менее меру Либедо, Либедо продолжение счетно аддитивной меры на произвольном множестве. Ух. А вы, кстати, вас где-нибудь интегралы Либедо учили? Учили вот на предыдущем курсе здесь. Да, на Монтанера. Я помню, что это такое. А, вот это хорошо. Тогда общие все эти конструкции про счетно аддитивные меры вроде бы примерно представлены. Да. Отлично. А, ну я склонен определять интеграл Либедо, наверное, немножко. Я подумал, решил все-таки определить его задом наперед, а именно, что стандартная практика такая. Сначала мы аккуратно определяем меру, потом аккуратно определяем интеграл Либедо. А, при этом делаем одно и то же два раза. Это, конечно, с одной стороны, позволяет больше обсудить, как же мы это делаем, но оставляет ощущение некоторой избыточности. Так, альтернативная практика, что мы определяем интеграл Либедо сразу, а после этого говорим, что мера — это интеграл единицы. Я постараюсь делать наоборот, я скажу, что я определю все-таки меру и скажу, что интеграл — это площадь по графику. Так, но для того, чтобы определять меру, чтобы сказать, что интеграл — это площадь по графику, у нас возникает такая тонкость. Что площадь по графику, ну, конечно, хорошо, но только у нас мера исходная живет отдельно на вертикальной оси и на горизонтальной, а мы хотим понять, какими свойствами обладает мера с точки зрения на декартовом произведении. Так? То есть что происходит, когда мы берем декартов квадрат сигма-аддитивные меры и продолжаем его полибегу через счетные суммы на все на что продолжится. В прошлый раз я еще объяснил теорему Егорова. Так, теорему Егорова вы знаете примерно. Это то, что если у нас имеется поточечная сходимость, то она на самом деле можно взять свой угодно большой мер, почти полный мер множества, и она будет просто сходимость. Ну, в смысле, равномерной. Ну так вот. В общем, хочется проверить, что когда мы здесь, что у нас при переходе к... Мы хотим взять либедовое продолжение меры на декартовом произведении. Но, как мы помним, вообще говоря, может быть нетривиальным вопрос о наличии счетной аддитивности даже до того, как мы взяли Либедово продолжение. А если мы начнем Либедово продолжать не счетно аддитивную меру, то понятно, что все начинает зависеть, а мы вот покроем вот так вот или вот так вот. И ответ разный. Это нас совершенно не устраивает. Так, ну, давайте докажем, что просто мера следующим образом взята. Здесь у нас есть сигма-аддитивная мера, здесь у нас есть тоже сигма-аддитивная мера. И мы теперь возьмем скажем следующее. Мы понимаем, какая мера всех прямоугольников в сильном смысле этого слова, ну, в общем, наоборот, в смысле этого слова. То есть для любого декартового произведения измеримых множеств, его меры понятно, как определить, просто произведение меры. Но мы теперь задаемся вопросом, правда ли, что вот такая мера будет обладать нужным нам свойством? То есть правда ли, что она гарантированно будет сигма-аддитивной? Когда мы эти прямоугольники начнем друг другу
Ну, заметим следующее, что если мы это проверяем до бегового продолжения, то есть мы опять должны получить конечное мнение прямоугольников, даже проблема с ограниченностью нас особо не огорчает. Ну, то есть заметим следующее, что если вот у нас имеется какое-то объединение, четное объединение Декартов произведений, и оно оказалось. И оказалось в результате, что все это объединение у нас измеримо, то что мы можем сказать? Мы можем взять произвольную точку и заметить, ну, на ней, произвольную вообще действительно именно точку, посмотреть, что на ней происходило. На ней у нас постепенно добавлялись, в это сечение постепенно добавлялись какие-то измеримые множества. Да? Ну так, если бы у нас не было знания, что в результате получилось произведение двух измеримых множеств, то можно было бы сказать, что там, ну, более-менее по неравенству Чернышева, что когда у нас строится, что если у нас сумма мер конечна, то над почти всеми точками возникает лишь конечный столб. Но в данном случае нам даже это не надо. У нас, мы и так знаем, что все в объединении удалось Декартово произведение двух измеримых множеств. Соответственно, вот у нас над каждой точкой складывается какое-то измеримое множество. Ну, теперь заметим, что можно поступить цинично. Мера того, что висит над каждой точкой, стремится к мере того, что у нас окажется сомножителем в Декартовом произведении. Правильно? Ну, потому что мы хотим, мы проверяем счетную объективность на карте. Ну, если у нас, ну, заметим, что тогда эти меры ведут себя в полном соответствии с условием теоремы Егорова о поточечной сходимости. Потому что над каждой точкой мы стремимся к тому, что у нас должно получиться предельное значение меры сечения. Пока у нас сечение обязывает измерить. Ну, теперь заметим следующее, что размер этого самого висящего множества на конкретной точке, он будет всегда ограничен. Поэтому можно сделать следующее. Ну и заметим, что при этом в каждой конечной сумме, ну, у нас пока еще нет просто конечной объективности. Ну, хорошо. Давайте в соответствии с теоремой Егорова выберем, для всякого эпсилона мы имеем право сказать, что вот у нас имеется мера эпсилона пополам, где все плохо, а на остальном имеется равномерная сходимость. Хорошо. Когда мы так вот разобьем, что у нас получится? У нас получится, что там, где все плохо, у нас все равно имеется ограниченная мера. Ну, потому что у нас вся вертикальная координата, у нас там имеется некоторое ограниченное измеримое множество, и мы играемся внутри него в любом случае. Проекция на эту координату. Поэтому там у нас будет ограниченная мера, потому что мы умножаем эпсилон пополам на нечто ограниченное. Ну, ограниченные и малые меры. А что возникает в основной части? Ну, там мы можем сказать, что у нас что у нас имеется конечное, на конечном шаге над каждой точкой висит мера, там, отличающаяся от целевой, меньше, чем на эпсилон пополам. Ну, так как что означает равномерность сходимости? Значит, мы можем выбрать конечный шаг, когда везде отличие меньше, чем на эпсилон пополам. Теперь что эти два факта значат в совокупности? Это означает, что мы можем... у нас здесь, так как шаг конечен, то мы можем просто по конечной аддитивности заметить, что у нас имеются проекции складываемых множеств вниз. Ну, то есть у нас вот
вот мы знаем, что вот такое множество, вот такое множество, вот такое-то, вот такое множество. Это проекции добавляемых множеств, которые висели над нашим измеримым множеством на нижней координате. Да? Ну, заметим, что имеется только два в степени n возможных расположений относительно этих множеств. Их конечное количество, значит, и возможных расположений. Для каждой точки имеется конечное количество типов точек. Некоторые замазаны, некоторые нет для каждого множества. Ну, поэтому у нас имеется ситуация, когда мы над каждой точкой, у нас висит измеримое множество. Ну, у нас над каждой точкой висит декартово произведение. Вот то множество, которое в одинаковом взаимоотношении с каждым из слагаемых конечной суммы, и у всех у них по вертикальной компоненте одно и то же. Ну, потому что одни и те же произведения вошли или не вошли. Ну и мы знаем, что над каждым таким вот кусочком результат отличается от желаемого не более чем на эпсилон пополам. Ну и тогда мы получаем что? Понятно, что у нас счетная сумма из рассмотрения очевидных положений не может быть больше, чем предел, ну, чем мера счетного объединения. Но с другой стороны, выбирая достаточно маленькое эпсилон с помощью теоремы Егорова о равномерной сходимости на подавляющей мере и вот таких разбиений, рассмотрения конечных сумм, мы можем убедиться, что мы приближаемся сколько угодно близко к целевой мере. Но и таким образом у нас нет выбора. То есть, если у нас есть счетное объединение, то мы не можем оказаться ни в какой ситуации, кроме одной. Что у нас, когда у нас счетное объединение, то у нас возникает предел конечных сумм равен мере счетного объединения. Ну и таким образом мы можем делать Лебедево продолжение на декартовом произведении произвольных вот, измеримых пространств. Сейчас есть меры на двух координатах. Все хорошо. Так. Дальше. Дальше хочется сказать следующее. Дальше, если мы пока занимаемся только мерами, хочется сказать, что такое в этой ситуации для нас будет теорема Фрубини. Ну, нас здесь, собственно, какие вещи интересуют. Нас, например, интересует следующее, что если у нас множество измеримо по мере прямого произведения, то нам хочется сказать, что почти все... Ну, почти все сечения его вдоль какой-то из компонентов произведения, ну, почти все, то есть все, кроме меры 0, почти все сечения будут тоже измеримы. Почему это так? Что, собственно, значит измеримость? Это означает, что оно отличается, ну да, от любого эпсилон. Можно подобрать такое счетное объединение, что симметрическая разность нашего якобы измеримого множества и вот этого вот счетного объединения ну, простых, то есть в данном случае декартового произведения измеримого, имеет малую меру. Так? Ну, давайте теперь посмотрим. Ну, а мало, имеет малую меру, значит, покрывается счетным объединением множеств, которые в сумме имеют малую меру. Давайте посмотрим. Давайте просто действительно возьмем какое-нибудь достаточно малое покрытие. Ну, что мы тогда знаем? Ну, если считать, что у нас... Да, но у нас возникает, естественно, вопрос, что проекции, они у нас конечную меру имеют или бесконечную. Но заметим следующее, что если у нас имеется понятие бесконечной меры, все равно нам хочется сигму конечную меру. То есть мы можем все разрезать на счетное количество кусочков так, чтобы уже все было конечно.
Ну, мы можем один сомножитель и другой сомножитель разрезать на счетное количество кусочек. Произведение счетного на счетное будет опять счетное количество кусочек. После того, как у нас имеется счетное количество кусков, нам надо доказать, что внутри каждого у нас получается нечто, у чего почти все проекции измеримы. Ну, просто потому, что счетное количество множеств в меры ноль, там опять складывается. В меру ноль. Ну хорошо, теперь у нас имеется конечная мера проекции на каждую из двух осей. Из каждой из двух компонент произведения. Я их иллюстрирую осями, но, разумеется, вообще говоря, у нас будут зачастую одна из осей у нас будет на самом деле каким-то странным вероятностным пространством, если мы будем формально подходить к вопросу. Ну что теперь мы хотим сказать? Мы можем, если мы представляем, вот у нас имеется множество с конечными проекциями. Ну, давайте даже считать, что каждая из этих проекций не превышает по мере единицы. Что мы сделаем дальше? А дальше мы говорим, давайте мы это покроем. Мы скажем, что это меньше, чем на эпсилон, отличается от некоторого счетного объединения декартовых произведений. Давайте рассмотрим какое-нибудь сечение. Понятно, что если мы берем счетное объединение каких-то декартовых произведений, то его пересечение с конкретным сечением будет опять счетным объединением уже отдельных компонент этих декартовых произведений, либо иногда пустыми. Либо компонент, либо пустого множества. И поэтому это будет опять измеримое множество, так? А что теперь, что у нас единственное, что отличается? У нас имеется еще имеется то, что мы хотели бы, чтобы являлось покрытием. То, что является покрытием симметрической разности. Но теперь заметим, что вот у нас имеется это покрытие симметрической разности с мерой эпсилон. Оно является просто счетным объединением декартовых произведений. Тогда, если оно будет иметь меру больше, чем корень из эпсилон, тех сечений, где сечение превышает корень из эпсилон, то естественным образом при суммировании у нас получится, что оно все целиком имеет меру больше, чем эпсилон. Ну и опять же, утверждение о том, что счетное объединение чего-нибудь имеет меру строго больше, чем эпсилон, это утверждение, которое можно проверить просто на конечной сумме. То есть нам не нужно рассматривать счетное объединение, если оно уже строго превышает корень из эпсилона. Если у него строго больше, чем корень из эпсилона, мера тех сечений, где оно имеет пересечение больше, чем корень из эпсилона, то тогда на конечной сумме это проверяется. Это не предельное утверждение, это утверждение о конечной сумме. А раз так, то на самом деле, конечно, это будет противоречить такое предположение. И на самом-то деле, конечно же, оно будет везде, кроме меры корень из эпсилона, давать здесь отличие на не больше, чем на корень из эпсилона. Ну и таким образом, возводя требования в квадрат, конечно, ну и на самом деле деля на меру проекции, вверх этой боковой, мы получим правильное покрытие, мы получим покрытие симметрической разности с нашим очередным кандидатом для каждого сечения, а не только для всего множества. Ну и что это значит? Сейчас мы включим. Что с другой стороны, эта конструкция нам ничего не обещает про то, что строго все будут иметь нормальные сечения. Что все сечения будут измеримы. Грубо говоря, если у нас имеется действительно R квадрат, если мы поверим в существование хотя бы одного неизмеримого множества,
то мы можем просто взять, не знаю, квадратик полный, и в нем один слой заменить на вот это неизмеримое множество. Прямая внутри квадрата имеет меру 0, но она покрывается там очень узкой полосочкой. Поэтому у нас измеримость двумерная не нарушится. Но у нас уже появится неизмеримое сечение. Да, я сейчас рассказываю продолжение прошлого раза, я сейчас рассказываю, что мы делаем при декартовых произведениях и как там ведут себя продолжение меры, которые получены после декартового произведения, измеримые и меры равного произведения. Сейчас я сформулировал что? Я сформулировал еще одну аддитивность, и доказал то, что там, первая часть теоремы Сабина, что если у нас измеримое множество по Лебеговому продолжению меры в мерном случае, то почти все его сечения тоже измеримы. Так. А, я обычно писал. Да, я же обычно писал на правильно недостижимые задачи. А в этот раз чуть забыл. Так, задача одна по интегрированности относительно. Ну, правда, про про ее разумную часть, а не про примеры неинтегрируемых функций, которых, может быть, вообще не существует, кто не знает. Пусть у нас имеется случайный вектор. Пусть у нас есть случайный вектор. Там есть такое утверждение, что у него существуют математические ожидания всех координат. Фиксированный размер. Существует математическое ожидание. Имеется там утверждение, существует ожидание длины. Имеется ли между этими утверждениями следствие хоть в какую-нибудь сторону? Кроме того, если у нас теперь имеется два таких вектора, у которых есть ожидание координат, верно ли тогда, что у скалярного произведения тоже существует мат-ожидание? И верно ли это, если они независимы? Понятно, это дополнительные условия, то есть может быть, что они существуют в любом случае, а может быть, только с этим дополнительным условием, а может быть, его не хватает. Я стараюсь не давать задачи, в которых по наличию второго вопроса можно понять ответ на первый. Так, второе. Пусть у нас есть кси, это случайные величины просто. Условное мат-ожидание является тоже случайной величиной. Мы можем рассмотреть математическое ожидание кси при условии это, математическое ожидание математического ожидания кси при условии это, при условии это, математическое ожидание от обязаны ли какие-то совпадать или хотя бы иметь одинаковое распределение? То есть такое ожидание и ожидание, можно ли про него чего-нибудь естественного сказать? Так. Но вернемся к нашей теореме Кубина.
кроме того, что, что у нас, когда у нас имеется произведение двух пространств, то есть почти все сечения измеримы у измеримого множества, можно еще задаться вопросом, а если у нас произведение трех пространств, то его можно брать в разном порядке. У нас то есть мы можем сначала перемножить на y, взять левого продолжения и умножить на z, взять опять левого продолжения, а можем поступить в другом порядке, сначала y z, потом y. Ну и естественно возникает вопрос о том, одинаковая ли мера на тройном произведении у нас получится. Так как множество точек получается одно и то же, наборы троек, возникает вопрос, одинаковая ли мера на этом множестве. Ну, здесь это, наверное, проверять проще всего из следующих соображений. Давайте просто по аналогии с тем, как определялось произведение двойное, определим сразу тройное произведение. То есть возьмем, попытаемся сделать Лебедеву пополнение для сразу троек. Ну и там докажем, что ничего не изменится по сравнению с тем, что мы взяли в каком-то порядке два попарных произведения. Ну, действительно, если у нас... Пусть у нас имеется произведение троек, ну, следующее можно заметить, то если у нас есть множество измеримое с этой точки зрения, то как его можно покрыть? Ну, что это означает? Вот у нас имеется... Опять-таки, условно я рисую произведение трех множеств, как произведение трех осей. Вообще говоря, конечно, будет хитрее, но это сейчас не важно. То есть его можно покрыть как счет с точностью эпсилон. Ну, то есть симметрическая разность покроется мерой эпсилон. Некоторым счетным объединением декартовых произведений. Того, что измеримо с этой точки зрения, и того, что измеримо вдоль этого. Так? Ну, теперь мы говорим следующее. Но теперь мы каждое из тех декартовых произведений, из того, что измеримо в x на y, каждый из множеств измеримых, когда у нас имеется вот такой вот цилиндр, мы теперь скажем, раз измеримо его основание, то мы его можем покрыть уже квадратом. Да? Ну и опять погрешность, асимметрическую разность между покрытием и самим основанием мы можем покрыть малой мерой. Ну, то есть мы можем покрыть его квадратом, так что разность мала. Так. Ну хорошо. Что это все вместе значит? Давайте теперь возьмем эти квадраты по отдельности для покрытия основания и умножим их на боковую сторону. Так? Тогда мы получим покрытие нашего цилиндра. Ну и при этом это, теперь уже покрытие этого цилиндра будет отличаться от цилиндра, но не сильно. Дополнительно покрытие цилиндра отличается от того множества, которое мы вообще в целом приближали. Но тоже на какую-то малую погрешность. Но таким образом, но
собственно, протаскивая вот эти вот покрытия одного основания через конструкцию следующего понятия, мы можем покрыть наше множество уже тройными произведениями измеримых множеств. Ну а там можно сейчас спросить, а будут ли тройные произведения измеримых множеств сигма-аддитивны? Ну то есть, если они случайно объединение кубиков даст кубик, то получится ли та же самая мера? Ну, заметим, например, что мы можем сказать. Мы можем заметить, что в каждом конкретном сечении у нас применима сигма-аддитивность для произведения двух множеств. Поэтому, опять же, по покрытию кубиками можно сказать, что мы каждый конкретный слой покрываем квадратиками, а потом вот уже этими, из этих покрытых слоев мы собираем всю конструкцию. А, ну это нам, собственно говоря, это нам даже не важно, потому что единственное, что если мы хотим, мы можем сказать так, что вот это и вот это уже еще одна аддитивная, и мы хотим их просто сравнить между собой. Но когда мы их сравниваем между собой, мы и там строим покрытие в кубиках, и они уже будут близко. А, фу, глупо сказал. Вот здесь нам и понадобится еще одна аддитивность для кубиков, но она как раз делается по аналогии здесь, что над каждой точкой висит что. Ну, над каждой точкой может висеть только что-то хорошее. И по теореме Егорова у нас с точки зрения почти всех множеств точек для одной компоненты, происходящее на ней по двум другим компонентам сходится. Ну, для почти всех точек, потому что по теореме Егорова сходимость мер поточечное сечение превращается в равномерную на множестве почти и полную мер. Так. Что нам это все. Что, в принципе, вся эта теорема Фубини означает с точки зрения того, той, которая нам должна быть более интересна. То есть что все это нам говорит про условные вероятности? Это говорит нам, что с одной стороны, там, если мы рассматриваем условные вероятности при условии какого-то множества в декартовом произведении, то после этого мы имеем право, тем не менее. Мы можем хотеть дальше рассмотреть еще раз условные вероятности. Ну, с одной стороны, это говорит, что если у нас есть один случайный эксперимент, другой случайный эксперимент, мы имеем право просто провозгласить их независимыми и рассмотреть пару экспериментов как один эксперимент. Ну, теорема Фубини как раз говорит, что такая операция, если мы рассматриваем пару экспериментов, то мы опять получим. Ну нет, это чуть другое. Это нам понадобится чуть позже технически. Но еще одна аддитивность говорит нам, что если мы рассмотрим пару экспериментов, то мы получим корректный эксперимент. А вот теорема Фубини, вторая ее часть наша, говорит нам о том, что если мы рассмотрим тройку экспериментов, то мы можем корректно объединить в тройной эксперимент, не задумываясь о том, в каком порядке мы это делаем. А что нам с другой стороны, вот этот вот пример к первой части теоремы Фубини, возьмем квадрат и заменим одно сечение на неизмеримое множество. Говорит. Это нам говорит следующее, что мы можем рассмотреть произведение. Ну вот мы говорили, что нельзя определять условную вероятность при условии события нулевой вероятности. Ну это было потому, что у нас просто формально не сходилось. Но можно было бы надеяться, что иногда по здравому смыслу удается все-таки доопределить условные вероятности при условии события нулевой вероятности. Ну вот, например, здесь для почти всех сечений это можно было бы определить обратно. То есть у нас имеется наше декартово произведение, если мы знаем, что вероятность получена как декартово произведение. И у нас вот мы уже взяли, ограничили вероятностное пространство до условного при каком-то сложном событии, но тем не менее, для почти всех сечений мы можем восстановить исходные до разложения условные вероятности, просто как меры сечений. Ну, на что-то отмерено. Но на самом деле мы это можем не всегда. То есть может быть неизмеримое множество в середине. То есть относительно гуманная операция, то есть мы переходим в декартово произведение и переходим в условно-вероятностное пространство. Вот такая пара операций
уже нам может разрушить идею того, что у нас же было Декартово произведение, значит, условные вероятности при условии событий нулевой вероятности, если они хорошие, если это сечение, можно восстановить. Но вот не всегда, а почти все. Ну, а в более сложных случаях, понятно, не было никакой надежды, что всегда можно восстановить, но что это может разрушиться даже при несложных операциях. Так. Хорошо. Что вы теперь хотите сказать? Что мы можем назвать интегралом, если уже мы что-то сказали про меры на многомерных произведениях? Ну, если мы что-то сказали про меры на вот таких вот декартовых произведениях, то мы имеем право определить интеграл так, как там иногда начинают объяснять его визуально. А именно, если у нас есть положительная функция, то интеграл в площадь под графиком. То есть это мера пар точек xy, где f от x больше, чем y. Ну или больше либо равно, чем y. Это, конечно, позволяет нам объяснить интеграл для положительных функций, но не объясняет, что делать с отрицательными. Ну, со знаком переменной. Но здесь, естественно, было бы попросить следующего определения. Интеграл – это мера, это площадь под графиком до оси f от x равно нулю минус интеграл над графиком, минус площадь над графиком, ну, до оси, и опять до оси, там, где функция отрицательная. Ну, тоже, естественно, до определения интеграла через площадь для отрицательных. Это один из двух способов. Второй способ – это ввести нечто, что можно было бы, там, не знаю, назвать чем-то в духе преобразования Либера. На самом деле это будет почти то же самое, но не совсем. Вот мы говорили, что такое функция распределения. А именно мы по каждому x спрашивали, с какой вероятностью случайная величина примет значение, не превышающее x. Да? Ну, можно, в принципе, такое же спросить для функции. А именно, ну, правда, для интегрирования лучше спросить наоборот. LF от x – это мера множества x, ой, z, таких, что f от z больше равно x. То есть мы спрашиваем, часто ли функция превышает x. Ну, опять же, это мы опять смотрим для положительных, отрицательную функцию надо разбить на положительные и отрицательные компоненты и вычесть интеграл отрицательных компонентов потом. Но какими свойствами обладает вот такое? Заметим, что требование быть больше двух уже влечет требование быть больше единицы. То есть, что все требования при нарастающих x сложны друг к другу. Да? А что это означает? Это означает, что у нас множество убывает. Тогда и строго, в смысле сложности. Но тогда и мера обязана убывать. То есть, у нас это будет монотонно убывающая функция. Ну ладно. Понятно, что она может хитро как-то убывать, то есть может быть какое-то замедление, ускорение убывания. Но по сути это будет монотонно убывающая функция. Ну а монотонно убывающую функцию проинтегрировать по Риману можно. Да. Уже для монотонно убывающей функции не важно, какое брать произведение интеграла. Поэтому если у нас есть такое, можно как-нибудь это уже там, действительно просто вложить в прямоугольничек. На это интегрировать. Что еще при этом можно сказать? Заметим, что если мы к такой убывающей функции применяем наше преобразование,
то для убывающей функции это просто отражение графика вокруг оси y равно x. Ну, на самом деле не совсем. Формально говоря, у графика не бывает вертикальных кусков. Поэтому если у нас была функция вот такая, то есть у нас была, допустим, даже самый простой пример, константа, а потом резко обрыв. Ну и не важно даже, можно так. То при отражении, а какая у нас будет мера? Пока мы не дошли до вот, до вот этого значения, и даже когда мы до него дошли, то на нем стоим включительно, у нас будет, естественно, константа вот эта длина вот этого отрезка. А потом она оборвется в ноль. Но видно, что если мы дорисуем просто вертикальный отрезок там, где это уместно, то у нас график будет просто отражаться на 45 градусов. Но тут, конечно, полезно вспомнить об осторожности, что это хорошо, когда у нас нижний, ну вот этот вот, вдоль иксов отложено как пространство именно само множество вещественных чисел. Тогда у нас такое, прям, такое отражение, ну, имеет смысл именно как отражение на 45 градусов. Если у нас здесь стоит какое-то вероятностное пространство, вдоль которого мы хотим посчитать мат ожидания, которое и окажется интегралом, тут мы так себе позволить делать не можем. Тут, конечно же, это отражение никакого геометрического смысла не несет, и тогда у нас уже здесь после заднего преобразования Лебега у нас и здесь будут вещественные числа. А до преобразования здесь было вероятностное пространство. Полезно понимать, что если, даже когда я это рисую, то вот эти состояния подменяют типы. У нас вещественные числа были чем в качестве вероятностного пространства, а после отражения они станут просто в качестве тоже вещественных чисел. Ну еще можно сказать следующее, что когда я говорю, что у множества, что мы берем меру для, ну, для положительной функции, естественно, что мы берем меру площади, ну, под графиком, площадь под графиком, то это в каком-то смысле, ну, можно считать, это является некоторым улучшением по сравнению с идеей суммирования по всем вероятностям, по всем событиям. Ну, если мы суммировали строго по событиям, то нас это уже постепенно бы превращалось вообще, может быть, даже в интегралы. А если мы хотим суммировать в чуть более сложном случае, то мы можем просто взять меру площади под графиком. А если же мы делать вот такую замену, то это соответствует, помните, мы иногда пользовались тем, что мы можем брать сумму по принимаемым значениям, а не по аргументам, на которых принимаются значения. Ну, как, например, когда мы работали с мат-ожиданием произведения, мы это делали, такую замену. Ну, в принципе, это тот же самый трюк. Мы хотим суммировать по принимаемым значениям, а не по аргументам, где они здесь нас еще волнует, что в каком порядке принимается, потому что там формы будут разные. Здесь мы можем вырезать кусок, поменять местами куски на графике, ничего не изменится. Хорошо. Дальше. Наверное, надо уже перейти в свойства. Да. Если можно вообще действительно задаться вопросом, а правда ли, что думаю там, для отрицательных понятно, мы просто вычитаем одно из другого, то правда, что там для положительных функций вот такое определение совпадают. Ну, на самом деле, это правда по следующей причине, что вообще говоря, если у нас вероятностное пространство случайно оказалось вещественными числами, то у нас есть естественный порядок на них, который нас может отвлекать. Но в целом порядок на вероятностное пространство никакого особого смысла не несет,
А тогда переход от такого представления к такому является просто перестановкой аргумента. Ну, внутри множества, на котором нас на самом деле порядок не должен волновать. От того, что мы переставили исходы между собой местами, ничего не изменилось. Мы их даже не переименовывали, просто переставили. Ну, то есть, другими словами, мы можем взять следующее покрытие. Рассмотреть, ну там, достаточно мелким шагом интервалы значений. А после того, как мы рассмотрели достаточно мелким шагом интервалы значений, здесь мы как можем покрывать? Здесь же мы на самом деле должны покрывать какими-то декартовыми произведениями. Ну, очень хорошо. Вот здесь у нас вот были вот такие прямоугольнички. Каждому из них мы можем что сопоставить? Мы можем посмотреть, где принимаются значения из определенной полоски, и взять декартово произведение. Ну, для покрытия сверху и снизу. Прообраз этой полоски, ну, на отрезок от нуля до верхней грани значения, от нуля до нижней грани значения. Но это получится покрытие такой график сверху и снизу. Ну, в смысле, мы внутри, мы можем перекрыть весь надграфик и чуть-чуть вылезти наружу. И можем перекрыть, и можем остаться внутри надграфика и чуть-чуть недопокрыть. Да? Но вот эти вот покрытия дадут нам те же самые слагаемые в сумме, что вот такие вот ступенчатые покрытия сверху и снизу для монотонной убывающей функции. Но про монотонную убывающую функцию, я надеюсь, все-таки то, что ее можно интегрировать по Риману без особых ухищрений, ну, это уж точно на анализе успели рассказать. И поэтому, ну, поэтому мы ничего не теряем. Поэтому и здесь мы суммируем одно и то же. Ну и с одним тем же, с одной и той же скоростью сходимости они будут сходиться к одному и тому же пределу. Просто то, что одна и та же численно, одна и та же сумма, хотя и по-разному представлена. Так. Кроме того, можно заметить, что при таком определении интеграла ясно, что интеграл константы единицы по какому угодно множеству это то же самое, что мера множества. Ну, то есть, если у нас имеется там множество, его индикаторная функция, то ее интеграл это то же самое, что мера множества. Ну, или в вероятностных терминах, что мы, чем мы пользуемся, когда формула неравенства Чебышева, это то, что мы говорили, что вероятность события равна от ожидания индикатора. Ну, здесь то же самое. В этом представлении это особенно очевидно, потому что ну, у нас все будет выглядеть очень просто. У нас до единицы все принимается с вероятностью просто меры множества, а после единицы с нулевой вероятностью. Прямоугольник, посчитать площадь прямоугольника уж совсем будет легко. Ну и на самом деле здесь мы тоже считаем ту же самую площадь. Таким образом, интегралы меры, ну, можно их определять в любом направлении, одно через другое. Хорошо. Теперь можно сказать что-нибудь про то, что обычно называется теоремой Фубини. Если у нас, ну, скажем так, в том направлении, в котором ее обычно дают классических курсов. У нас есть какое-то множество декартового произведения, как мы уже смотрели, там, все сечения, кроме меры 0, имеют сами какую-то меру. А утверждение состоит в том, что мера всего множества является интегралом мер сечений по множеству. То есть мы рассматриваем функцию, которая каждой точке сопоставляет меру вот такого сечения, которое висит над этой точкой.
интеграл этой функции будет равен мере. Ну или другими словами, если у нас имеется какой-то. Ну нет, вот у нас опять условная вероятность при условии нулевой вероятности. События нулевой вероятности — это плохо. То есть если бы у нас над каждой точкой можно было бы определить вероятность попадания множества, то вот в ожидании вероятности попадания в зависимости от чего-то является просто вероятность попадания. Или там. Это, в принципе, родственная вещь с тем, что математическое ожидание условного математического ожидания является просто математическим ожиданием. Ну так вот. Но почему это так? Если мы уже все определяем как площадь под графиком, то в такой ситуации это можно, ну и через тройные покрытия, и неважность порядка перемножения определяем через покрытие кубиками вместо покрытия цилиндрами, такими же. Ну, горизонтальными или вертикальными цилиндрами, то в такой ситуации мы можем уже здесь это утверждение вывести из того, что мы знаем, а именно сказать следующее, что ну давайте скажем, что вот эта вот мера является интегралом единицы. То есть интегралом, то есть мы возьмем третий сомножитель, вот сопоставим здесь везде единичку. Ну, получим такой вот цилиндр единичной высоты, и его объем это и есть мера вот этого множества. Это, да, это то же самое. А теперь заметим, что у нас, вообще говоря, имеется огромное богатство выбора, как мы считаем этот объем. То есть, так как я сказал, это мы скажем, что вот это. То есть этот объем у нас возник как мера такого цилиндрика, но мы можем посчитать его по-другому. Мы можем поменять порядок, в котором мы рассматриваем произведение, и сказать, что вот такие квадратные сечения у нас будут, собственно, тем, что мы получаем сначала, и они будут как раз мерами сечения. Ну а вот в этом направлении мы их будем интегрировать. Сейчас. Я это буду сказать чуть-чуть по-другому. Точно. Я просто лучше скажу. А мы можем теперь сказать, что нам будет более не важно, в какой момент применять то самое преобразование Лебега. То есть мы можем интегрировать длины этих сечений, а можем спросить, какая мера тех точек, где эти сечения длиннее какой-то отметки, ну, длиннее какого-то количества. Ну а тогда уже мы будем получать. Ну и тогда мы будем получать меру вот этого цилиндра разными способами. Так, или я это сказал совсем плохо, это надо здесь не аккуратнее. Кажется, даже если говорить совсем аккуратно, там иногда теоремы Фубини говорят еще другую вещь, что если у нас имеется функция двух переменных, и мы берем опять же ее, ну и то, что мы здесь вместо единицы, мы берем какие-то значения, и мы берем ее интеграл как двумерный интеграл, то мы можем вдоль каждого сечения взять интеграл как интеграл функции от одной переменной, и потом проинтегрировать между сечениями. Но это более общий, чем такой вопрос, ну, где мы интегрировали просто единицу, чтобы получить меру. Ну и опять же,
можно при интегрировании по вот этой, по той координате, вдоль которой движется сечение, можно рассмотреть меру тех сечений, где в интеграле получается больше, чем что-то, рассмотреть высекаемое множество, собственно, и повторить вот это рассуждение. Когда мы говорили, что мы здесь можем рассмотреть оценку сверху и оценку снизу на значение и посмотреть просто меру правообраза отрезка. Так. О. Давайте теперь чуть более содержательную вещь докажу. А именно так называемую абсолютную непрерывность интеграла Лебедева, которая означает следующее, что если у нас есть величина, имеющая математическое ожидание, если у нас здесь вот не просто мера, а вероятностная мера, а эта функция является, соответственно, случайной величиной, то тогда, естественно, что интеграл Лебедева от функции, являющейся случайной величиной, в соответствии с мерой, которая является вероятностной мерой, это и есть математическое ожидание. Например, в дискретном случае это легко убедиться совсем уже, потому что просто меры отдельных точек, тех значений, тех событий, где у нас функция является константой. Тогда они просто суммируются в виде не более чем счетной суммы, тогда это просто совпадает с нашим старым определением. Я буду более-менее всегда стараться, чтобы у нас старого определения хватало. Но вот в данном случае, конечно, можно сказать, что раз уж мы занимаемся интегралом, то можно сказать, что интеграл это есть математическое ожидание. В общем случае. Если мы рассматриваем математическое ожидание некоторой случайной величины, а потом мы говорим такую вещь, что давайте мы ее будем умножать на индикатор какого-то очень маловероятного события. У нас имеется такая случайная величина, которая там, в зависимости, скажем, от точки на отрезке, принимает разные значения. А потом мы будем говорить, что пусть она вне вот такого отрезка равна нулю. Или даже вне вот такого отрезка равна нулю. И будем сжимать отрезок, вне которого мы ее обнулили. То даже если у нас величина не ограничена, но интегрируема, то мы будем, тем не менее, все равно говорить, что... мы будем хотеть, чтобы у нее при этом математическое ожидание стремилось к нулю. Она поточечно сходится к нулю при этом, если мы все время уменьшаем то, где мы ее рассматриваем. Если мы это строго уменьшаем, то есть вложенное немножко уменьшаем, мы хотели бы, чтобы она стремилась к нулю. Ну и более того, на самом деле мы бы хотели, чтобы это стремление было равномерным. То есть для каждого эпсилона существовало такое дельта, что если мы рассматриваем ее только на кусочке площади дельта, то математическое ожидание было бы меньше эпсилона. Или другими словами, что интеграл по любому достаточно малому множеству мал. Это то, что называется абсолютной непрерывностью. Хорошо. Как мы это будем делать? Следующим образом. Давайте рассмотрим нашу функцию и рассмотрим, какие значения она вообще принимает. Если она принимает лишь ограниченные значения, то все хорошо, потому что у нас интеграл по малому кусочку не превышает произведение размера кусочка на максимальное значение. А если она принимает сколь угодно большие значения, давайте эти значения разобьем на группы, там, от n до n плюс 1. Теперь мы можем сказать следующее. Вот у нас имеется площадь под графиком функции. Мы ее можем разбить следующим образом. Во-первых, мы можем все значения, которые превышают единицу, обрезать в единицу. То есть вот у нас имеется график функции.
зависимости от точки. И пусть он даже здесь асимптотически уходит в бесконечность. Мы можем разбить площадь по графикам на вот такие вот полоски. Так? Если мы предположили, что у нас математическое ожидание конечно, то значит, что мы произошло? Мы разбили измеримое множество на счетную сумму такую вот. Естественно, мы надеемся на счетную аддитивность, куда бы она делась. Вот, потому что в конце концов, если мы рассмотрим там произвольное покрытие, произвольное счетное покрытие простыми, декартовыми произведениями, то внутри каждой полоски у нас будет когда-нибудь достигаться нужная нам мера. А с другой стороны, мера каждого множества покрытия – это сумма мер того, на что его разбивают полоски. Потому что полоски вдоль координат. Ну и в принципе, мы уже смотрели на счетную аддитивность Левегового продолжения счетно аддитивной меры на простой множество. Ну, в общем, поэтому мы надеемся на счетную аддитивность, она, конечно же, есть. Ну и давайте смотреть, если сумма вот таких вот мер должна давать нам наш интеграл, да, конечный. То есть у нас имеется неотрицательный... Сейчас, если у нас функция просто положительная, то никаких проблем нету. Ну а если она отрицательна, то на самом деле существование интеграла, так как мы его получаем вычитанием, означает, что у положительной и отрицательной части есть отдельный интеграл. Да? Но тогда мы получаем что? Если у нас сумма постоянных членов ограничена, то это означает, что, вообще говоря, хвост ряда, сумма хвоста ряда стремится к нулю. Ну, просто более-менее по определению. А если так, то когда нам дано эпсилон, мы можем сказать следующее. Ограничим нашу функцию таким большим n, чтобы превышение все вместе давало площадь под графиком меньше, чем эпсилон пополам. А оставшийся эпсилон пополам мы разделим на это n. И скажем, что эпсилон, если у нас область, по которой мы интегрируем, имеет меру меньше, чем эпсилон делить на 2n, а интегрируем мы функцию, не превышающую n, то интеграл больше, чем эпсилон пополам, мы не можем получить, чисто арифметически. Ну, потому что мы можем все это вложить во множество, в декартовое произведение, собственно. Меры эпсилон пополам. Ну, мы складываем одно эпсилон пополам, второе эпсилон. И получаем, собственно, что если мы возьмем достаточно маленький кусочек, то интеграл по нему будет меньше, чем эпсилон, независимо от того, где именно и как именно этот кусочек расположен. Это, собственно, называется абсолютная интегрируемость интеграла Лебега. Абсолютная непрерывность. Относительно области. Что еще мы можем про это сказать? Если мы берем какую-нибудь функцию и интегрируем ее по разным множествам, то какими свойствами это будет обладать? Естественно, у нас будет счетная аддитивность с точки зрения, когда мы разрезаем множество на объединение. Это то же самое, что мы площадь под графиком разрезаем на такие объединения. Естественно, если функция положения не отрицательна, то и интеграл ее по любому множеству не отрицательна. Что это означает? На самом деле, интеграл неотрицательной функции тоже задает счетную аддитивную меру. Более того, если только эта функция интегрируема по всему множеству в целом, то есть чтобы у нас мера была ограничена. А если нет, то зачастую оно задает сигма-аддитивную меру. Сигма-конечную меру, в том смысле, что мы можем порезать все на кусочки так, что на каждом кусочке мера ограничена. А
все вместе дает бесконечную сумму. Но при этом у нас эти две меры, ну там не так, не эти две меры. Новая мера, полученная интегрированием неотрицательной функции, будет являться абсолютно непрерывной с точки зрения старой. То есть любое достаточно малое множество по старой мере имеет достаточно малую новую меру. Но на самом деле, ну, во-первых, кстати, если мы это используем для пересчета вероятностей, то это как раз означает, что с точки зрения нового распределения вероятностей, ранее маловероятные события остались маловероятными. Но с другой стороны, вообще говоря, просто произвольные примеры не обязаны так себя вести. Ну, например, вот мы ждем дискретные меры. Пусть у нас есть меры на 0,1. Одна из которых приписывает всю вероятность единице. А другая наоборот. Ну, мы заметим, что даже в самом простом дискретном случае видно, что, вообще говоря, произвольный пример не обязан быть абсолютно непрерывным. Ну, потому что там, да. Так, ну и давайте, раз уж мы обсуждаем классические вещи про интегралы, ну давайте еще скажем, что такое теорема об ограниченной сходимости, ну и об анатомии сходимости. Теорема об ограниченной сходимости от следующая. Пусть Fm поточечно сходится к F. Fn по модулю меньше либо равна φ. И φ интегрируемо. Но мы, разумеется, считаем, что эти функции измеримы, то есть прообраз каждого измеримого, ну, каждого Боррелевского множества измерим. Но или другим, ну и в частности это означает, что. А, нет. Да, аккуратно, мы сейчас проверим. Мы считаем, что Fn измеримы. Про это мы вообще ничего не знаем, измеримость ее мы сейчас правильно увидим. Ну а фи уже интегрируемая, то есть ее интеграл конечен. Ну и она, очевидно, не отрицательна, так как мы ее сравниваем с модулем. Тогда на самом деле f интегрируема, интеграл после. Ну и интеграл от f является пределом интеграла от Фн. Ну, по той мере, по которой мы все это рассматриваем. Ну, собственно, почему это так? Заметим, что Fn, ну да, Fn исходит к F поточечно, конечно. Заметим, что утверждение, что значение
каком-то отрезке, это утверждение о том, что FN придут в этот отрезок и в какой-то момент придут в этот отрезок и никогда больше не уйдут. Но это мы уже проверяли когда-то, что это является некоторым счетным там счетным объединением счетных пересечений. Ну, то есть это означает, что существует такое, что если мы это мы объединяем по всем возможным началам этого процесса утверждение о том, что пересечение того, что все FN в дальнейшем лежат в отрезке. Но так мы из измеримых множеств получим измеримые, поэтому F будет тоже измеримым. То есть и утверждение о том, что анализ этого отрезка тоже является чем-то, что мы имеем право формулировать. Так, почему она будет интегрирована? Ну, по следующей причине, что у нас имеется теорема Егорова, поэтому мы можем сказать, что у нас имеется очень небольшое множество плохих точек. А вообще говоря, эффекты... Но в остальном эффект исходит с F равномерно. Но нам надо, правда, что-то сделать с ограниченностью. Или не надо? А, не надо. Даже не надо. Заметим, что если все FN меньше либо равно фи по модулю, то и F обязано быть меньше либо равно фи по модулю. Поэтому, если мы докажем ее, если мы сейчас докажем, что она либо интегрируема, либо имеет интеграл бесконечность, потому что она интегрируема, будет следовать автоматически, потому что она слишком мала, чтобы иметь интеграл бесконечности. Да. Дальше. Ну давайте смотреть, давайте рассмотрим какое-нибудь множество очень подавляющей меры, на котором сходимость равномерная. Но если у нас равномерная сходимость, то куда бы делся интеграл, кроме как сходиться? Так. Ну, более-менее потому, что мы можем взять... Ну вот у нас имеется область аргументов. Ну и мы можем взять тонкую окрестность графика, и заметить, что с какого-то момента вот все это вошло. Потом мы еще тоньше делаем окрестность графика F, и войдет еще больше. Ну а что касается измеримости, ну так как FN измеримо, и их подграфики измеримы. Сейчас. Ну да, мы можем, например, мы можем это приблизить просто пересечением подграфиков FN, начиная с какого-то момента. Ну а дальше мы говорим, это на каком-то множестве, где сходимость равномерна. Но там, где все из-за этого просто, именно из-за того, что одно от другого мало отличается, покрывается относительно неплохо. Ну хорошо, теперь давайте рассмотрим выбросы. Заметим, что на выбросах все равно есть поточечная сходимость. Поэтому мы можем из них опять выделить множество, на котором сходимость почти всюду. Да? Ой, нет, не так. Не на котором сходимость почти всюду, а на котором сходимость равномерна. Оно будет выделено из этого множества маленькой меры, мы можем выделить почти всю меру во множество, где сходимость равномерная. Да? На нем тоже все будет хорошо, правильно? Давайте повторять этот процесс. Ну, что мы при этом получим? Мы получим вот здесь все хорошо, вот здесь все хорошо, вот здесь все хорошо. Ну и все это все ближе и ближе к покрытию всего множества. Множество точек, которые не войдут никогда, имеет меру 0. Как мы уже знаем, ну да, раз уж мы уже обсуждали абсолютно непрерывно, то раз это множество точек имеет меру 0, то и интеграл по нему должен иметь меру 0.
Может, как мы не определяли, так оно там весь его подграфик покрывается множеством мер нуль. Да? Поэтому это множество мер нуль, и оно нас не волнует. А остальное оказывается разрезано на счетное число полос. И подграфик оказывается разрезан на счетное число полос. Ну, счетное объединение измеримых подграфиков будет естественным образом измеримым. Ну а подграфик измеримый, потому что так садимость равномерна, если мы берем там достаточно большие f, то в эпсилон окрестность можно было брать не от f, а от fr. А fm измеримый. Поэтому если мы берем эпсилон окрестность, ее график, то она покрывает все возможные колебания. И у нас берется здесь измеримая норма с нужной точностью. И таким образом, с любой нужной точностью под график f можно приблизить заведомо измеримыми множествами, и тогда он тоже измерим. Так. Ну или вот эти другие слова, это говорит, что если у нас имеются функции, если у нас имеется последовательность случайных величин, и с вероятностью 1 значение этих случайных величин последовательности сходится в пределе случайной величины, то тогда сейчас. И при этом эти случайные величины какой-нибудь случайной величиной, имеющим от ожидания, ограничены по модулю, то тогда сходится им от ожидания тоже. Но это ограниченный случай. Так, сейчас. Набрал я вам. А, набрал, конечно. Вообще говоря, это я все говорил, так предполагаю, что у нас мера всего, общая мера у нас вообще является конечной. Ну а если у нас сигма конечный случай, то есть у нас надо все порезать на счетные кубики, ну тогда, строго говоря, придется еще раз делать счетное объединение измеримых множеств. Ну и еще одна теорема, которая самая. Теорема монотонной сходимости. Пусть у нас имеется возрастающая последовательность функций, поточно возрастающая. И известно при этом, что все их интегралы ограничены универсальной константой. Ну, тогда эта штука обязана сходиться к интегрируемой функции, и интегралы тоже сходятся. Ну, здесь можно сказать следующее. С одной стороны, так как все интегралы ограничены, рассмотрим множество точек, где вот эта последовательность стремится к бесконечности, именно в точках. Последовательность значений стремится к бесконечности. Если оно имеет какую-нибудь положительную меру, то обучить нас теорема Егорова, мы можем добиться того, чтобы почти везде она сходилась к бесконечности равномерно. Но это, конечно, некоторый подход, но если оно имеет положительную меру, то просто за счет нарастания меры объединения множеств, которые в пределе дает вот эту вот самую положительную меру, у нас имеется. У нас на почти все, более чем на половине этой меры, на конечном шаге уже значение больше, чем c делить на эпсилон. C делить на 5, c делить на эпсилон. Поэтому, если у нас имеется универсальное ограничение на интеграл, то к бесконечности эта возрастающая последовательность может стремиться лишь на мере 0 точек. Раз эта последовательность может стремиться к бесконечности только на мере 0 точек,
то в остальных, ну, в этих точках мы припишем предельные функции значения 0, просто не возникало такой проблемы. А в остальных мы делаем другое. Мы просто возьмем супрему этой последовательности. Ну, можно по-разному объяснять, почему результат будет интегрируем. Но в нашем определении можно сказать следующее. Давайте просто рассмотрим площадь под графиком f1. Площадь между графиком f1 и графиком f2. И так далее. Ну, как всегда, я пропускаю, что мы там делаем с отрицательным. Сейчас. А, нет, здесь у нас вообще можно считать положительным случаем. Площадь под графиком f2. Площадь между графиком f2 и f3 и так далее. У нас появляется, на самом деле, у нас таким методом появляется разбиение на счетное количество измеримых множеств под график, собственно, предельной функции f. Ну а тогда в нашем определении уже совсем видно, что естественно, что оно должно, что интегралы должны сходиться. Просто потому, что у нас имеется нечто, у нас имеется счетное объединение измеримых множеств, а сумма мер, любая частичная сумма мер меньше c, значит и полная сумма мер меньше либо равна c. Но это означает, что тогда у нас объединение будет измеримым множеством, и его мера будет суммой мер, то есть пределом интеграла f. Ну, это некоторые, то, что я сказал, это, конечно, в каком-то смысле является жульничать, но в каком-то смысле последствия того, что я перекинул определение, что у меня площадь под графиком просто непрямую используется. Если бы мы писали более привычное определение интеграла Лебега тем, кто его видит, проходил, ну, пришлось бы немножко попроверять. Нам это просто не надо. Так. Я хотел сказать это вместе. Так, да, ну, собственно говоря, вот мы, ну, мы вот сказали, что наш интеграл функции является абсолютно непрерывной мерой. То есть мы берем просто функцию и далее на разных множествах рассматриваем интеграл, то это с одной стороны мера, а с другой стороны, что это будет. Ох-ох-ох. Что это будет приписывать малую меру множеством малой меры по нашей основной мере на аргумент. Так. Можно было бы задаться вопросом, вот так получается абсолютно непрерывная мера. А бывают какие-то существенно другие абсолютно непрерывные меры. Правильным ответом является нет. Однако доказывать я это не буду, но скажу, что в чем заключается ответ. Так называемая теорема Радона-Никодима говорит следующее, что если у нас имеется абсолютно непрерывная мера, то тогда она является интегралом некой неотрицательной функции. Ну и далее. А также имеется еще теорема Лебега о разложении меры. Теорема Лебега о разложении меры говорит следующее. Имеются меры, с которыми я стараюсь работать всегда, когда есть выбор. А это дискретные меры, то есть меры, сосредоточенные не более чем на счетном количестве точек, и каждой точке, ну, входящей вот в этот набор, приписывающий, ну, некоторое положительное значение. Другими словами, функция распределения дискретной меры имеет счетное количество точек разрыва, ну, не более чем счетное количество точек разрыва с положительным скачком в каждой. Это вот дискретная мера. Имеются абсолютно непрерывные меры, являющиеся там интегралами неотрицательных функций, или там, другими словами, такие, что если мера с этой точки зрения с новой точки зрения равна, близка к нулю, с
всегда, когда нам есть карта со старой. Но может быть еще в каких-то случаях. А что имеется сингулярная мера? Сингулярная мера на самом деле некоторая жуть. Это мера, в которой... У которой можно привести... для функции распределения которой можно привести множество сколько угодно близкой к полной мере, на котором она имеет производную, и производная равна нулю. То есть это мера, которая более-менее нигде не растет. Но тем не менее каким-то методом перемещается от нуля до единицы. При этом, сейчас, мы хотим что? Мы хотим, чтобы она не была дискретной, и чтобы ее функция распределения была непрерывной. Это первое, что мы хотим. А второе, что мы хотим, чтобы у нее множество точек в окрестности, в достаточно малой окрестности которых она не была константной, было, имело меру 0. Оказывается, такое бывает. Например, так называемая кантровая лестница. Что такое кантровая лестница? Это то, что я здесь начал рисовать, только несколько недетально. А именно мы берем отрезок, среднюю его треть, и рисуем как константу 1/2. Далее у нас остается теперь два отрезочка поменьше. В каждом из отрезочков среднюю треть рисуем как константу половину между тем, что слева и справа в концах. Ну и так далее. Таким образом мы зарисуем константными отрезочками меру 1. Ну, потому что каждый раз мы съедаем еще треть от того, что еще не зарисовано, а две трети в степени n стремится к нулю. А с другой стороны, у нас явно будет непрерывность. Потому что, ну... Ну, потому что мы каждый раз, собственно, делим же пополам вот этот вот разрыв. И если мы посмотрим, то при стремлении к каждой конкретной точке разрыв делится пополам, хотя каждый раз становится все круче и круче. Ну, то есть здесь можно просто явно написать функцию, которая нам пока доказывает равномерную непрерывность. Что размер высоты 1 делить на 2 в степени n бывает только на длинных хотя бы 1 делить на 3 в степени. То есть экспоненциальная крутизна, но тем не менее равномерно не прижит. Ну да, и таким образом весь рост происходит вот в кантровском совершенном множестве, которое имеет меру 0. Вот имеется действительно такой третий загадочный тип мер, сингулярные меры, которые меры не пойми на чем. Ну так вот, а теорема Либерна говорит о том, что никаких существенно других мер не бывает, что всякая мера разваливается в сумму абсолютно непрерывной, сингулярной и дискретной. Естественно, я лично считаю, конечно, что там, если мы говорим про теорию вероятности, а не про функциональный анализ, то, конечно же, вот дискретная мера — это что-то понятное, простое и может вообще описывать что-нибудь реально существует. Непрерывная мера может быть удобным приближением, ну, просто потому что некоторые интегралы считаются лучше, чем некоторые суммы. Ну да, интеграл x квадрат считать легче, чем сумма x квадрат по целым точкам. А вот сингулярные — это, конечно, уже некоторая такая тонкая вещь, которая может быть вообще означать, что мы неправильно пишем вероятностное пространство, и, может быть, мы вообще занимаемся не тем, чем надо. Но... Ну, то есть можно задуматься о том, какому множеству эта вот мера приписывает вероятность 1. Она сосредоточена на точках, которые записываются в троичной записи цифрами 0 и 2. Ну, потому что и как только у нас появляется единица в троичной записи, вот она, точка вычеркивается, попадает в горизонтальный отрезок. Таким образом, весь рост происходит на точках, у которых троичная запись состоит из цифр 0 и 2. С другой стороны, если мы рассматриваем эти точки, то, может быть, надо просто сказать, что у нас имеется два символа, у нас имеются числа, записанные двумя символами, давайте их считать двоичными. Да? Поэтому, с точки зрения теории вероятности, если на все равно у нас этих шуток вероятностное распределение, это, конечно же, надо заменить на какой-нибудь абсолютно непрерывный.
Ну вот, поэтому я надеюсь, я думаю, избегнусь всего такого, но в общем случае так бывает. Да. Так, что еще хотелось сказать про X5? И особенности применения всего этого в вероятности. Ну, тут ничего особенного. Поэтому вот формальная вероятность, это когда у нас имеется множество исходов, и на нем задана вероятностная мера. То есть мера всего пространства 1, а в остальном просто схематичная мера. Там формальное математическое ожидание – это интеграл случайной величины по вероятностному пространству. По сути, все это важно более-менее в вопросах существования, причем каких-нибудь нетривиальных вопросах существования. Потому что в дискретном случае все это просто не всплывает. Ну а достаточно многие вещи проще в дискретном случае, при том, что, на мой взгляд, с точки зрения именно теории вероятности, в дискретном случае очень часто полностью фиксирует ситуацию. А это уже является просто подчисткой хвостов, которые можно не пропустить. Можно, если не вся задача состоит в подчистке хвостов, что тоже бывает, но более сложно. Так, ладно. Thank you.
взять, ну, то есть, середину. Вот. Сейчас. Еще сейчас. Будет на своей центре масс. Это исходящий, вы возьмете, что он вместится ровно на 1/5 оборота, а он в середину. Да. Ну там будет, то есть вот такая.